В выходные возле Дворца спорта «Юность» развернулась серьезная борьба. Ильичевцы сражались за звание чемпиона города по настольному теннису. 11 сентября прошли заключительные игры в рамках чемпионата города по настольному теннису. Соревнования были приурочены Дню физической культуры и спорта. Турнир организовал отдел по делам семьи, молодежи и спорта и частный предприниматель Евгений Сопин, который также обеспечил денежное вознаграждение и призы для победителей. Этим турниром мы закрываем летний цикл соревнований, но любители этого вида спорта смогут еще наслаждаться игрой до конца сентября. В течение 5 часов на 6 столах шла борьба за победу. Турнир оказался напряженным для спортсменов и зрелищным для зрителей. Очень приятно, что есть игроки, которые принимают участие уже 3-й год подряд и повышают свое спортивное мастерство, растет их уровень. И хотелось бы, чтобы наши жители города Ильичевска приходили не только на соревнования, но и занимались физической культурой и спортом, проводили активный образ жизни. Жители города с удовольствием принимают участие в соревнованиях, отмечая высокий уровень их организации. И каждый раз с нетерпением ждут новой встречи на спортивной площадке. Это прибавляет хороших эмоций. А как вы знаете, хорошие эмоции – это здоровье, что ни на есть. Поэтому всем-всем благ, спасибо организаторам турнира. Я очень довольна. По результатам турнира были определены лучшие теннисисты. Победителем чемпионата города стала Мельниченко Ольга, серебряным призером – Макаров Павел, и бронзовая медаль досталась Федотову Александру. Финалисты получили кубок, медали и грамоты от отдела по делам семьи, молодежи и спорта Ильичевского городского совета.